Киевская артиллерия отметила свой профессиональный праздник массированным обстрелом жилых кварталов города Донецка. Минометному обстрелу подверглись сразу несколько улиц, находящиеся неподалеку от аэропорта. Город Донецк, улица Башкирская. Ее соседство с местным аэропортом стало для нее губительным. Небольшое количество местных жителей, оставшихся еще жить здесь, в основном прячутся по подвалам или как минимум стараются минимально выходить на улицы. Однако такого, как было сегодня, люди еще не помнят. Такого еще не было. Мощнейший минометный обстрел, предположительно со стороны Песок, где находятся позиции украинских вооруженных сил, повредил 4 дома, начались пожары. Сейчас вот мы видим, что пожарные пытаются потушить начавшееся возгорание. Небольшое количество оставшихся людей, проживающих здесь, вышли на улицы. Им, собственно, идти некуда. Лишь по счастливой случайности никто не погиб. Однако многие остались без крыши над головой. Хозяева обреченно стояли вдоль улицы возле нехитрых пожитков, которые им удалось спасти. Как с поселка. Застучала по крыше, выскочила, когда соседка кричит: «Помогите, пожар горит». Вызвали пожар. Ехали, правда, долго, не знали, как проехать. Пока проехали, вода закончилась. А вы где были? Вот рядом я, соседка, через стену. Может,